Привет, меня зовут Вадим, мне 20 лет, играю под ником AlfPlays за команду Альпачинки. Квалификации прошли достаточно сложно, у нас было много проблем с кругами. 7 кругов из 20 были на Сосновке, это была огромная для нас проблема. Потом уже последние 10 игр, когда нам дали ивент-сервер, мы перестроились, смогли собраться и вошли в десятку в последний день. Аналитика и тренера у нас нету, мы готовимся сами. Лично я пересматриваю реплей, смотрю, что можно улучшить как капитан. В команде нет определенных ролей, есть только разведчик. В принципе, это может выполнять каждый, но у нас так сложилось, что у нас это сет. Стрелок, стрелок. Каждый умеет делать что-то свое, ну, по-особенному, но стрелок и стрелок, по факту. Мне кажется, наиболее перспективная команда сейчас это все-таки Na'Vi. Могут выстрелить Team Unique. Мог выстрелить М19, они еще первый раз, по-моему, только едут на LAN за год. Мне кажется, много команд есть, которые могут себя показать. Мы тренируемся 6 дней в неделю из 7, иногда 5 дней в неделю из 7, и, в принципе, это помогает. Но вообще так получилось, что мы с командой только сейчас увиделись первый раз. И, конечно, я думаю, ребята будут немножко волноваться. У кого-то есть LAN-опыт, у магистра есть, у Сета вроде тоже есть. Вот у Вани вроде бы как такового еще нету. Но мне кажется, все будет нормально, главное не волноваться.